знаете, меня все близкие, родные называют чудо. Но это неправда. А вот правда, что о фильме «Чудо» расскажет нам Виталий Морозов в рубрике «Что посмотреть?». Всем привет! Сегодня мы говорим с вами о картине «Чудо» 2017 года выпуска. К сожалению, в нашей рубрике мы не так часто говорим о фильмах, которые несут добро и теплоту, и делают это по-настоящему. Но когда это происходит, когда я смотрю такой фильм, я спешу поделиться этим с вами, что и сейчас и делаю. Итак, картина «Чудо» 2017 год. Смотрим. Картина рассказывает о мальчике Оги Пулмане и его попытках адаптироваться в обществе. До 6 класса его обучала на дому мама. Но теперь пришло время отправиться в школу, что будет нелегко. У Оги деформировано лицо в связи с врожденным генетическим заболеванием. Он любит «Звездные войны», «Точные науки» и «Хэллоуин». Но теперь ему придется выйти из своего уютного маленького мира, снять с головы шлем от скафандра, столкнуться с детской жестокостью, приобрести друзей, а самое главное — сплотить вокруг себя людей абсолютно разных возрастов и вдохновить их на добрые поступки. Фильм дважды номинировался на премии «Оскар» и Британской академии за лучший грим и прически, но в итоге награды так и не получил. Сценарий картины адаптирован по одноименной книге Эр-Джея Палаццо и местами точно повторяет сюжетные ходы. И это выглядит очень свежо. В мире эта картина имела большой успех, особенно в США, где очень любят мотивирующие на добро картины. При скромном бюджете в 20 миллионов фильм собрал больше 100 миллионов долларов и большое количество положительных рецензий зрителей и критиков. Это очень атмосферная и добрая картина о добре, любви и взаимовыручке. Итак, фильм «Чудо» 2017 года. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Меня зовут Оги Пулман. Через пару дней я иду в 5 класс. И так как я ни разу не был в настоящей школе, я просто в диком ужасе. Буду тебя ждать. Оги, родители до входа не провожают. Это не круто. Но ты же крутой. Я-то, конечно. А вот другим отцам так не повезло. И шлем придется снять. Господи, только бы его не обижали. По мотивам романа-бестселлера. Я понимаю, что я необычный мальчишка. Я перенес 27 операций. Они помогли мне дышать, видеть, слышать без аппарата. Но ни одна из них не сделала меня таким, как все. Инкубатор, горелки Бунзена. О, а это с доски стирать. Ты ведь знаешь, что такое мел? Ну и рожа. Откуда ты вылез, такой чудило? Будь у меня такая морда, я бы всегда в маске ходил. Тебя оно не устраивает, но я его люблю. Это лицо моего сына. Ты вовсе не страшный, Оги. Ты так говоришь, потому что ты моя мама. Я твоя мама, и я говорю тебе правду, потому что знаю тебя лучше всех. Смотрите в ноябре. Привет, тебе не обязательно это делать. Я не понимаю, о чем ты, Оги. Я о том, что можешь не притворяться. Оги! Ладно, ну прости. Так почему ты со мной села? Потому что хочу добрых друзей. Я тоже. Каким человеком я хочу быть? Этот вопрос мы должны задавать себе постоянно. Эй, Джек, садись с нами. Я сейчас. Я бы хотел управлять погодой. Мечтать о такой суперсиле – отстойный выбор. А ты что бы выбрал? Я бы стал невидимкой. Круче тебя в школе нет никого. Покажи им. Не смей прятаться, если ты рожден выдающимся. Чудо. А ты не думал о пластической операции? Чувак, знаешь, сколько у меня их было? Такими красавцами просто так не рождаются.